Сегодня мы провели совещание с представителем предпринимателя Сухарева, который выиграл и подписал муниципальный контракт. Значит, в ходе беседы мы выяснили, что, вернее, донесли свою позицию до представителя и пояснили, что есть нарушение условий контракта и никакие средства взиматься с граждан не должны. По итогам совещания представитель предпринимателя Сухарева заявил, что все граждане, с которых были вот таким вот образом с 1 января значит, взяты деньги в размере 2000 рублей, могут с квитанциями обратиться, и значит, им будет произведен возврат средств. В случае, если такого не произойдет, обязательно нас информируйте. В любом случае мы этот вопрос будем держать на контроле.